Ребята, вы знаете, 35 минут, вот если я сейчас буду анализировать вот это вот все, то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14 человек. Михаил, давайте первых троих счастливчиков. Первых троих? Да. Ну что, воспользоваться компьютером быстрее будет, да, хотя бы. Так. Сейчас я вам скажу, но я не буду читать то, о чем будет написано, я и так это знаю, просто я хочу цифру получить. Так, первая у нас Ольга, да? Так, Ольга, 21 число. Ну, давайте начнем с этого, да? Ну, как, в общем-то, я и говорил уже, вы как раз относитесь к этим людям, которые называются гуру, вы под воздействием планеты Юпитер. Ваш день четверг, ваш цвет, еще раз, с точки зрения нумерологии, есть масса нюансов, поскольку есть разные подходы к этому, и конкретная дата, конечно, она диктует свои, но можно потом делать adjustment и так далее. Но камень цвет оранжевый, да? Что у вас есть? Да, характер нордический, стойкий. Значит, хочу вам сказать о том, что, в общем-то, для женщины вы очень сильный человек. Если у вас есть с вами рядом человек, мужчина имеется в виду, то если он слабее вас, вам будет тяжело. Вы будете давить, вы будете давлеть, вы будете руководить. Рядом, я сказала. И он пошел. Все здорово, замечательно. Значит, если это так, значит, великолепная энергия. То есть великолепно, имеется в виду энергия, как энергия? Ну, сама по себе энергия, но энергия, вы же понимаете, не кинетическая, а энергия соединения с низом и сверхом, да? Что у вас, чего у вас, да, нету никаких связей, несмотря на вашу тройку, нету никаких связей. Странно, конечно, почему нету. То есть вы способны к искусству, вы должны видеть красоту. То есть вы картина криво повешена, она вам скажет, что да. У вас есть, по всей вероятности, да, прекрасная память. То есть все здорово, замечательно. Единственное что, ну, то, что называется в Соединенных Штатах self-esteem, то есть самомнение, что ли, да. Вы, может, этого не замечаете, но вы считаете, так надо, так надо. И по-другому быть не будет. Вот так надо. My way or no way, простите. Это те качества, которые были с рождения. Но человек, проживший, как вы, достаточное там, количество лет, вы имеете возможность, были и сейчас, все эти цифры, они не статичные, они динамичные. И эти цифры динамичные, они накладывают свой отпечаток. В общем-то, вы можете их корректировать. Ваша вторая цифра, двойка, а вторая это кармическая, это надо переходить от активной деятельности «я такой» к командной работе. То есть вы должны в команде быть, для вас будет лучше. Вот такая вещь. Ну, по всей вероятности, у вас плохая связь с родителями. Ну, или... Не знаю, как-то вы от них или была, но что-то тут, какие-то есть нюансы. Скорее всего, еще раз, но это могло корректироваться. То ли это было в детстве, то ли это... Во всяком случае, это те цифры, которые вот на сегодняшний день. Так, поехали дальше. Кто у нас дальше? Татьяна. Татьяна. Окей, Татьяна. Ну, с вами ситуация обстоит. У вас характер еще более сильный. Что
то самое интересное, у вас такая же слабая связь с родителями. При такая же великолепная энергия. Вы что-то очень похожи с Ольгой каким-то образом. Великолепная память, только в отличие, скажем, от нее у вас есть способность к менеджменту. То есть вот вам-то как раз можно этим и заниматься. То есть, скажем так, знаете, как было раньше в советских фильмах, там вот кто-то звонил, два телефона звонили и брали вот так трубки, перекладывали, они между собой беседовали. То есть вы берете, звоните одному, звоните другому, их соединяете, они договариваются, вам сообщают, то есть вы диспетчер. Вот такие качества у вас есть. Единственное, что посоветовал, еще раз, для женщины иметь характер, ну, сейчас же все у нас феминистическое общество, будем так говорить, и, в общем-то, в этом нет ничего плохого, никто не говорит о том, что нужно, как на Востоке, там, соблюдать эти, одевать на себя это чадру и так далее. Нет, но надо понимать о том, что женщина, в общем-то, не бизнесмен, рождена. Женщина рождена для того, чтобы быть хранительницей очага и так далее. Если она бизнесмен, ну, это ее выбор, конечно, но, в общем-то, не должно быть перекосов. Знаете, вот есть там в Европе Ангела Меркель такая, вот железная леди Маргарет Тэтчер, которая вот бизнесмены. Хиллари Клинтон, мы знаем, да, претендующая сейчас на пост президента. Что еще? Ну, та же самая история, короче говоря, о том, что вам, ну, как-то, вот, вы очень направлены так, что если вам что-то сказать, вы будете это дело отвергать, потому что вы считаете, так оно должно быть, вы это изучили, это абсолютно точно. Масса нюансов, ребят, масса нюансов. Ну, тут я смотрю, в основном женщины, да, так что девушки, это все... Дело такое, не переживайте, это все, плохого ничего нет, это просто анализ. И на любом этапе это все можно изменить, если будут какие-то дополнительные вопросы. Там они есть, нюансы, я не могу их, к сожалению, это все рассказать. Давайте поедем дальше. Да, какая ваша цифра, да? Какая ваша цифра? Ну, во-первых, вы, Татьяна, я говорю о Татьяне, продолжу. В детстве вас не очень понимали родители, судя по всему, у вас был очень круг. Ограниченный круг людей, но это были ваши конкретные люди. Это не было такого очень и очень такого вот вокруг все и вы со всеми классно, и все с вами классно. Нет. Путешествия, способности. Настроение может меняться в течение там 5 минут 5 раз. То есть туда. И знаете как, целеустремленность, она у вас зашкаливает. То есть вы можете резко менять свои какие-то там цели, и это будет мешать. То есть вот эти цифры надо было бы конвертировать в другие, изменять. Ну, еще раз, нюансы, не могу все это дело рассказать. Окей, давайте перейдем к Заре. Окей, 7 числа, так, я не читаю то, что там написано на компьютере, почему? Потому что долго будет, я просто так навскидку, а если конкретно будет потом какие-то действительно вопросы, там какие-то серьезные, дальше пройти, то мы пройдем дальше, хорошо? Так, ну что, какие-то все стороны у вас очень серьезные, такие все бизнесмены, бизнесменки, извините. Вот, вы знаете, вот у вас, еще раз, не знаю, простите, ударение, Заря написано, да? Ну что, у вас есть склонность к точным наукам, в отличие от других девушек, которые были до вас. У вас нету качеств от рождения к менеджменту. У вас есть стронг характер, тоже стронг. Вот, у вас есть великолепная интуиция. Вот, Татьяна, точно, спасибо, отлично. Вот когда точно, это не потому, что я молодец, скажем, а то, что есть. Оно что есть, то есть. Понимаете, нет смысла спорить с чем-то, оно есть. И мы должны быть честны. Слава Богу, если вы это понимаете. Я не сомневаюсь, что вы это понимаете, потому что то, что делает Наташа и Рустам, не сомневаюсь, они вас ведут в правильном пути. Я очень благодарен тоже в этом принимать участие. Потому что на моем радио есть Сангейтс радио, такое sangeitsradio.com.
Вот, и Наташа, и Рустам уже у нас выступали. Да, так вот. Очень серьезная интуиция. Что я вам хочу сказать? Здоровье от рождения маловато. Вот это соединение энергии невысокое, она есть, но она небольшая. То есть о чем идет речь? Если два человека сидят на диване, грубо говоря, один из них имеет вот склонность, ну я вижу по цифрам просто, скажем, физуха сильная, то он дольше просидит на диване. Тот рано или поздно скопытится, простите. Вот. Поэтому, что надо делать, что бы я рекомендовал? Значит, заниматься энергетическими видами. Если вы занимаетесь, все же люди все-таки чувствуют, все-таки вы прожили достаточно много уже на этой земле. То есть вы уроки должны какие-то чувствовать. И вообще-то мы приходим на землю с первой цифрой. И мы должны жить с этой цифрой до 30-35 лет, грубо говоря. А потом переходим в следующую цифру, кармическую. Вот с ней мы будем доживать. И родимся мы с этой же цифрой в следующий раз. Ну, в это я не буду спрашивать даже, верим, не верим. Я полагаю, верим все. Вот. Что у вас здесь есть? Сейчас. 9, 13, 14, 15, 6. Ну что, Венера? Венера. Способности к Венере есть. То есть, вы должны быть привлекательны для противоположного пола. Девушка, Заря или Заря. Вот. Сейчас еще раз проверю. Вдруг ошибся. Нет, все правильно. Вот. Да и у вас эти качества есть, что самое интересное, с чем я вас и поздравляю. То есть, я бы так сказал, вот сегодня вам надо было бы заниматься чем-то, вот, ну не знаю, у вас есть способности к музыке, к танцам, наверное, к изобразительному искусству. Опять же, что-то вот бутики, красивые какие-то, не знаю, вещи, вот, понимаете? То есть, если есть у вас какие-то предрасположения к этому, вы можете вот быть хозяйкой своего вот такого вот, ну, не знаю, бизнеса. Рутинная работа вам противопоказана. Значит, поскольку, если это так, ваш характер такой, вы ничего не изменили за это время, то, что вы прожили, у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем. Знаете как? Ну, у женщин это, как правило, вот эта чакра, да, вы знаете. Это щитовидная железа, да? Решутка. Вот. Вы должны обратить на это дело внимание, тем более, что если у вас характер такой, и вы хотите, чтобы было по-вашему, и с вами кто-то будет спорить, а вы будете постоянно доказывать, то вы будете, еще раз повторяю, у женщин, у мужчин это сердце, у женщин это щитовидка, и будут проблемы тогда с этим, никому это не надо. Ну, еще раз повторяю, те девушки, которым я сказал, если это так, если есть проблемы с родителями, связи нет, я не вижу связи, вот память великолепная, интуиция хорошая, великолепная. А вот связь с родителем, ну, не знаю, я не вижу ее от рождения. Вот. Имейте в виду, особенно вот я смотрю, тут все женщины, да?